Жители Аскиза ищут управу на Аэросити. Больше 1000 сельчан подписали обращение. С них требуют деньги за неоказанную услугу. Рекоператор зашел в райцентр в 2019 году. Заключил договоры с предпринимателями на вывоз мусора от многоэтажек и юридических организаций. А жители частных домов вывозили свои отходы сами. Лишь с прошлого года их начал обслуживать рекоператор. А сейчас он выставил сельчанам счета с 2019 по 2021 годы. Общественники прошли уже 2 суда. Проиграли. Теперь хотят идти в прокуратуру. К решению вопроса подключился муниципальный совет Хакасии. Конфликтующие стороны и глав сельсоветов собрали за одним столом. Мы говорим о том, что с 2019 по 2021 год, предъявляя счета населению, Аэросити необоснованно обогащается. В селе у нас очень, так скажем, наивные люди живут. И они все переживающие. И когда им постоянно приходят звонки, приходят смски, приходят досудебные требования, начинают всех праведный гнев, почему такая несправедливость. Если нам не оказывали услуги, почему нам предъявляются счета? Да, я в какой-то мере соглашусь, что люди оказались заложниками в какой-то ситуации. Честно вывозили свои отходы на полигон. Это мы все с вами уже проходили в суде. В суде и решение суда есть. И суд счел, что это вот так. Аэросити парирует. В муниципалитетах много недоработок. От мест накопления мусора до контейнеров. Республика со своей стороны готова субсидировать районы. И регулярно проводит встречи на местах по решению вопросов с качеством работы рекоператора. Вот очень плохо, что на таких совещаниях зачастую, не всегда присутствуют главы муниципальных образований. Именно главы районов. Вот, присутствует либо зам, либо что-то, кто-то другой. Информация до конца не доводится до глав поселений. Общественники из Аскиза заявили, что готовы идти вплоть до Бастрыкина. Участники муниципального совета призвали Аэросити к справедливости. Это оказание услуги. Услуга не оказана. За что вы собираете людей? Это поборы. Пожалуйста, сядьте и договоритесь. Как бы вот с водой дитя не выплеснуть. Вы знаете, где мы живем, как мы живем. Какая сегодняшняя ситуация? Что такое сельские районы? Ребята, вы же все ездите, вы сам оттуда. Давайте с этого подойдем. Помогите разобраться в вопросе без суда и прокуратуры. Муниципальный совет рекомендовал прийти к мировому соглашению в интересах сельчан. Замдиректора филиала Аэросити попросил тайм-аут до конца следующей недели. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС.